Делегация в составе 34 человек приехала к нам из города с богатой историей Ужицы, который находится в Западной Сербии. Это участники дэнс-коллектива «Эра» и мастера хореографии. Посетили Бобруйск гости не случайно. Минувшим летом образцовый ансамбль танца «Кукушечка» побывал на международном фольклорном фестивале, где выступил с большим успехом. Именно там и завязались дружественные отношения двух городов. И сербы решили приехать с ответным визитом. Очень красивые, приятные люди, теплый прием. Бесконечно рады этому приему. Прекрасная атмосфера. Надеемся, что в результате поездки наши дружественные отношения укрепятся. Очень хорошо познакомились, подружились. И вот спустя буквально 2 месяца Сербия написала нам письмо, спросила, можем ли мы приехать к вам в гости. Очень хотелось бы встретить, соскучились. Для гостей принимающая сторона подготовила большую культурную программу. Первым пунктом стало посещение художественной галереи, выставочного зала и знакомство с творчеством местных мастеров кисти и декоративно-прикладного искусства. С увлекательной экскурсией они прошлись по залам учреждений и окунулись в мир живописи, керамики и минералов. Появляются такие взаимовыгодные культурные отношения, где коллектив приезжает к коллективу, более глубоко знакомится с его историей, с, скажем, традициями и культурной составляющей. К слову, среди участников поездки молодежь в возрасте от 17 лет до 21 года. Сам же ансамбль «Эра» объединяет 400 человек от мала до велика. Танцоры посетили и другие места нашего города. Кафедральный собор святителя Николая, Бобруйскую крепость, Ледовую арену. А еще совершили пешую прогулку по легендарной социалке. Увиденное их очень впечатлило. Еще до того, как приехать в Беларусь, мы в интернете прочитали о вашей стране. Бобруйск очень большой и красивый город. Здесь есть уникальные церкви. Большое впечатление осталось от коллекции минералов. У вас очень красивые музеи, интересные улицы, скверы, дома. Заключительным аккордом дружественного визита в наш город стал танцевальный баттл, который прошел во Дворце искусств. Здесь фольклорный коллектив «Эра» представил свое мастерство на суд зрителей ярко, зажигательно и колоритно, подарив бобруйчанам частичку национальных и культурных традиций своей родины. Наши артисты перед гостями в долгу не остались. Юные танцоры из образцового ансамбля «Кукушечка» в ответ показали интересные хореографические номера, которые так покорили летом сербских танцоров. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.